Понедельник, тяжелый день. К 9 мне в школу пора. Мама, завтракать я не буду. Сигарета мой завтрак с утра. Мимо луж я тащу свой рюкзак. В рюкзаке моем книги лежат. И Бедерчик, Поланский, Маршак. Я вообще-то интеллектуал. Я на Катю смотрел всю физру, но не смотрит она на меня. Голубой цвет ее волос.